продолжение первого видео. Подошли немножко поближе. Ну, комментировать здесь особо нечего, поэтому просто сниму видео. Ну, вот тушить здесь пожарным. Дня два проливать это все мероприятие. Сейчас слегка еще в низине, рядом с пожаром. Сейчас выйдем сбоку. С основной стороны было не подъехать. Полиция подъезд перекрыт. Нашли другой подход. Линия высоковольтная. Похоже, десятка транзитная. По городу отключения пошли. Уличное освещение не работает. Будем надеяться, что без жертв, что людей на пилораме не было.